О, друзья, всем привет. Тихо, где мы появились? Я появился в каком-то здании. Старом и разрушенном. У меня есть пистолет. У меня есть боевые товарищи. И также есть соседи. Здравствуй, сосед. Чё надо? Уйди. Уйди, противный. Короче, здесь будем мочить зомбаков опять. Моих любимых зомби. Зелененькое мяско моё. Эй, что-то они как-то быстро все полезли. Мне кажется, надо было маленько подождать. Короче, нужно отбиваться от них, я так понял. И баррикадировать эти двери. Баррикадировать двери, окна и различные проемы, где они будут вылазить. Ой, девчуля с нами. Настёна. Ой, привет, ты же мой подписчик, я тебя знаю. Отдельно тебе привет, мы тебя будем защищать. Я буду тебя стараться защищать. Давай, держись. Держись за моими крепкими плечами. Так, тихо, ребята. Где он? Вон он идет. Бенч, 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 бенч. Лежать, спать. Перезаряжаемся. Выходим сюда, глянем. Здесь что есть? О, ой, товарищ. Мамочки, у меня что-то во рту там. Так, еще одного. Бам-бам-бам-бэнь. Все, готово. Угу, понятно. Настю хотел защищать. Да, она еще меня сама защитит. Боевая женщина. Так. Так, у нас патронов нету. А где мне патроны-то купить? Так, вот здесь у нас что-то лежит. Так, у меня деньги. Где деньги? Ничего у меня нету. Патронов нет, ничего нету. Я бичара вообще. Бомж. О, я что-то купил. О, я винтовочку купил. Обалдешка. Так, все, нормуль. Где он? Тут все чисто. Труба чисто. Тут глянем. Так, F. Вот на букву F надо заколачивать. Заколачиваем, заколачиваем, заколачиваем. Все, нормуль заколотили. Так, пробежим сюда. Тут все чисто. Труба чисто. Где они все? Ребята, а вы где? Стопудово где-то здесь идут. Так. Блин, что-то жутко становится. Вон он идет, красавчик. Бенчик, бенчик, бенчик. Фарш. Все, три фарша лежат. Три брата-акробата лежат, отдыхают. Пускай лежат. Не будем их трогать. А, вот еще один. Папка к ним пришел мстить. Бэм-бэм-бэм. Все, спать. Мамка пришла. Бэм-бэм-бэм. Мамка тоже спать легла. Так, колотим. Главное молотком все заколотить. Все, остановили их. Фу, нормуль. Вроде отбились. Так. Так, побежали. Тут гоним. Во-во-во-во-во-во. Вот что, братюня тут. Ну-ка, лежать, спать. Все. О, они прорываются. Мамулечки, караулечки. Тихо, тихо. Главное без паники. Ребята, я вас спасу. Все, надо быстро колотить. У кого колотушка? У меня колотушка. Колотушка заколачивай. Давай, 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 моя хорошая. Все, готово. Перезаряжаемся, пока есть время. Так, у меня осталось 83 патрона. Вон товарищ идет. Товарищ, иди домой. Нечего тут гулять. Поздно уже. Так, заколачиваем. Вон еще один товарищ. Хотя, перезаряжай, перезаряжай, быстро, быстро, товарищ. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. О, прям жбан попал. Е, хорошо. Фу, что-то становится уже все тяжелее, тяжелее. Мы здесь в каком-то доме запертом. А что там у нас наверху, как туда пробраться? Здесь у нас какой-то диван горит. Ага, понятно, чтобы пробраться на 1200. У меня денег таких нету. Ладно, ничего. О, ревайв. Как это воскресить? Тихо. Что-то они тут распоясались. Ну-ка, собрались все. Они сейчас проберутся же к нам. А я не хочу, чтобы они пробирались. Я хочу еще жить. Я не хочу, чтобы они сождракали мои мозги. И мозги очень вкусные для них. Что-то там был какой-то ревайв. Что-то кого-то может полечить можно. Как лечить? F ревайв. О, давай, давай, мы сейчас его полечим. Давай, мой хорошенький. Давай, давай, дружище. Давай. Еее, мы его починили. Залечили. Я ему подорожник к голове приложил, туда, куда его укусили. К мозгам подорожник. И все, и он выжил. Так, здесь кто-нибудь есть? Здесь все нормально у нас. Сейчас да вот здесь бендерки тебе не нравятся. Товарищ, ты здесь прикрываешь меня? Давай. Прикрывай, а я прикрою вот этот вот северный выход. Так, так. А тут что-то скучно. Дайте в кого-нибудь пострелять. Никого нету. Ого, у нас дверь наверх открылась, что ли, путь. О, точно. Нифига себе. Теперь здесь можем отбиваться, да? Так они тут и сверху, что ли, будут лезть? Ой, мамочка, что такое? Это что за собака? Собакин? Собакин, ты добрый или злой? Какие-то глаза у него не особенно-то добрые. Красные. Голодный, что ли? Ребята, есть у кого педигрипал? Да, насыптим. Аккуратненько. Какие-то они мне не нравятся. У них взгляд какой-то маленько бешеный. И пена изо рта. А этот вообще какой-то сумасшедший.
кверху хвостом какой-то демона вызывает, что ли? Нет, я, короче, передумал, я пошел отсюда. Вы тут сами с ними играйте, они меня сейчас сожрут. Ва-а-а! Больно! Кусают за попец прям. Все, меня сожрали. Так, у нас попытка номер два. В тот раз меня сожрали собаки. Было очень больно. Так. Так, 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 аккуратненько. Самое главное, нам надо, может быть, какую-то мне винтовку другую купить. Так, это сколько стоит? 200. Понятно. Так, это сколько пикалет стоит? 100. Понятно. У меня тогда, по-моему, вот это было за 600. Значит, она все-таки самая крутая. Что-то, ребята, вы резко начали. Я не готов. Всем спать. Пилим. Где мой молоток? Супермолоток. Молотком сюда колотили. Нормуль. Так, с этой стороны глянем, что у нас. Соседушки. Кто-нибудь есть? Товарищи. Никого нет, товарищей. С этой стороны. Так, тихо. Аккуратненько. Тут тоже вроде ничего нету. Эй, что-то меня закрутило, завертело. Так, здесь пока закрыто. Они сверху, короче, эти псы потом побегут сверху. О, во, вон он идет. Вижу, идет. На горизонте. Надо, короче, как можно больше хедшотов делать. Оказывается, хедшоты тоже учитываются. Это хорошо. Так, ну-ка, здесь кто? Кого там все стреляете? Нет там никого. О, вон их куча, вижу. Так, с этой стороны, здесь нормуль. Дай хедшот. Я чуть своего не пристрелил. Надеюсь, тут своего нельзя пристреливать, а то я тут сразу же накосячу по своим пострелять. Так, у нас вторая волна только. А, блин, скоро пойдут эти здоровые зомбаки и пойдут собакин. А собакин очень страшен. И очень кусакин. Клацан за попу. Бенчик. Тихо, аккуратненько. Да что-то куда аккуратненько. Хотел поэкономить патронов. Патронов нету, мамочки. Так, ну что, давайте вот эту штуку купим. Да, наверное. Ладно, купили. Будем с винтовкой с этой ходить. Так, жбанчик. Тихо, еще один идет. Красавчик. Ну-ка, ему прям в жбан же попал. Куда пошел дальше? Ну-ка, иди сюда. Спать, товарищ. Хватит тут буянить. Все доски мне сломал. Ремонт попортил. Так, что здесь у нас? Опять товарищ идет. Все, готовчик. Блин, какой-то жуткий плейс. Страшно, там что в лесу-то творится? Откуда они идут? Там, наверное, их вообще куча. Их там вообще куча. Они все жрать хотят, поэтому идут по нашу душу. По нашей мозги. А мозги у нас вкусные, наверное. Поэтому они сюда и лезут. Так, волна номер 4. Досвидули. Да досвидули, я же сказал. Эй, ой. Патрончики кончились. Ладно, зато я заколочу. Так, все заколотили здесь. Сейчас откроется вход наверх. О, мамочки, он уже открылся. Сейчас собакин побегут. Ой, здесь еще проход открылся, офигеть. Я что-то даже не замечал. Может, тут какой-то новый ствол есть? Тихо, здесь тут есть. О, здесь тоже завалено, здесь потом тоже откроется. Если они сейчас и с этой стороны, и с той пойдут. О, идет. Красавчик, чувак. Подстрелил его. Прям в ногу. О, есть автомат. 1500, обалдеть. Так, никого нету? Денег не хватает. Куча денег надо. Ой, надо кого-то пойти оживить. Мамочки. Все, оживили? Так, нужно еще кого-то пойти оживить. Ой, что-то вас тут много, ребята. Оживляем. Давай, девочка, я тебя спасу. О, есть, готово. Так, у нас четвертая волна, они уже что-то начинают это буянить. Эй, товарищи, ну-ка поспокойнее будьте. Все, нормально, пристрелили. Фу, что-то уже становится как-то... О, здесь тоже за 1500 что-то можно сделать. А, вот автомат. 1500, у меня 1000, да, не хватает. Денег нужна куча. Так, здесь заколотим тоже. А, клево, когда колотишь, оказывается, тоже деньги же текут. Блин, я не знал. Надо пойти все заколачивать срочно. А это что за пушка? Тоже 1500, обалдеть. Так, заколачиваем. Я буду больше всех заколачивать.
Точно, это заколачиваешь доски, заколачиваешь деньги. Все прям как в жизни. Так, нифига себе, 3000 стоит, обалдечки. Да что ж такое? Почти пристрелил его. Ну, мне там вроде помогли. Во-во-во-во-во-во. Они прорвались, что ли? Все, тихо-тихо-тихо. Они там откуда идут? Все, понял, откуда идут. Да что ж ты такой-то живучий-то, а? Ой, еще один. Давай. Всех положили. Ого, еще какая-то штука. И еще одна штука. Короче, надо заколочивать срочно. Вот понятно, они, короче, через эту лестницу наверх залезли. Я думаю, откуда их там? Ого, у меня 1800, давайте автомат купим. Быстро. Где-то был тут автоматик. Где мой хороший автоматик? Давай. Или можешь вот эту штуку купить? Что-то какой-то дробан или что это? Нет, я хочу купить автомат. Он, наверное, будет стрелять-то хоть пошустрее. Где автомат-то потерялся? Так, а между прочим, у меня почти уже 2000. Так, вот девчули боевые тут с нами. Воюют. Так, и здесь заколотим. Что-то все расколочено. Что-нибудь помогает-то никто мне колотить? Уже страшно становится. Так, я не вижу автомат. Вот он. Все, нашел. Фу, готово. Купили. Так, о, какой-то шмайзер-майзер у меня. Так, тихо, аккуратненько. Аккуратненько. Там кто идет? Все под контролем? Ребята, вы их сдерживаете? Во. Ложить. Спать, я сказал ложись. Еще один ложись. Все, готово. Фу. Что-то какая-то, наверное, это затишье перед бурей. А где собакин эти? Были же собакин. Как они прорвались опять? Кто их пропустил? Кто дежурил на стреме, на окошке? Где они, отсюда идут? Нет, не отсюда. Ой, мамочки, что такое было? Сейчас, наверное, собакин побегут. Да? Нет? Так, здесь как дела у нас? Ну, здесь дела плохи у нас. Нужно быстро все заколачивать. Мамочки, колотись-ка. Давай-ка заколачивайся. Страшно же. Уай, все, опять пошли эти псы. Злой собакин пришел. Мамочки, опять они бегут. Так, надо быстро заколотить. Окошко колотись-ка. Давай, моя хорошая. Эй, меня кусают там. Кто меня не спасает? Я же ты уйди, противный. Так. А, вот же на В есть ножик. Что-то я тупил тогда. Можно было подбиваться. Злые собакины. Накормите их кто-нибудь. Только не своими мозгами. Он кусает, бегает нашего товарища. Есть, завалили. Еще ножом добить, вот так вот, контрольный. Добивайте их, добивайте, друзья. Капец, что-то тяжело, восьмая волна. Ну, седьмая точнее еще идет. Скоро будет восьмая. Так, я здесь пока заколачиваю. Так, я хотел сбегать на второй этаж, глянуть, как там дела. У нас тут опять собака. Все. Вроде нормуль. Так, здесь тоже все в ажуре. Здесь надо заколотить, непорядок. Фу, блин, восьмая волна, все пошла. Уже тяжко становится. Так, у меня 1800. Нормально. Здесь как дела? Так, здесь заколочено было все. Пока не пришли вот эти товарищи. Можно присесть. Оп. О, прикольно, можно садиться даже. А, ой, что-то там... Двое померли уже, что ли? Ну-ка, пошли спасать. Где санитар? Срочно санитара сюда. Друзья, я бегу. Тихо. Да помри же ты, какой-то живучий попался. О, что такое? Двойной у меня урон, либо денег даются больше, не знаю. Ой, та-та-та-та-та-та, тихо. А, его грызут. Давай, товарищ, я тебя спасу. Давай. Есть, я спас. Так, еще одного. Что-то уже какая-то жесть начинается. Ребята, начинается какая-то жесть. Так, перезарядиться срочно. Капец, у меня 3500, там что-то можно было купить за 3000 возле этого аппарата.
Сбегать что ли до туда? Успею, нет? Добежать. Ну-ка, побежали, сбегаем. А, вот еще этот аппарат. Это 2000, дабл тап. Так, нет, я хочу за 3. А, вот еще за 1000, что-то тут было. Апгрейдить, наверное, или что это? А, это купить это, оружие, понятно, за 1000 патронов, патронов взять. О, оружие. Ой, фу, что-то вроде отбились. 9-я волна уже, тут заколотить надо, мамочки, что-то уже страшно становится. Вначале было весело, сейчас уже нифига не весело. Вон они идут! Ва! Тут надо, чтобы каждый закрыл свое окно и стоял. Прикрывал, иначе если все разбредутся, то будет жесть. Ну-ка, можешь этот ствол купить? 1500 хватает? Хватает. Ну-ка, что такое? О, это дробан. И вот эту штуку я хотел купить за 3000. Скорость. Бенчик. Блин, наверное, зря я продал. Я могу поменять? О, так я же могу все поменять. Ага, нет, нифига, у меня есть только пистолет. Все понятно. Короче, есть пистолет и дробовичок. У-у-у, что-то их тут много слишком. Так, ну-ка, с одного выстрела жбан разваливается у них. Сейчас у меня развалится жбан, наверное. Они тут что, заблудились, что ли? Все, мозги на пол. Все хорошо. Воу-в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 оу. Что-то их тут вообще куча. Капец, мы уже всех там поубивали. Все, короче, нам хана, походу, дела. Нас сейчас сожрут. Нет. Отбивайся, капанда. Ребята, держимся. Мама. Все, нам хана. Нас сейчас сожрут. Я побежал перезаряжаться. Так, тихо, заходим заново. Так куда заходим? Ты отцепись ты от меня. Все, нормули. Где он? Где он? На тебе, получаешь бан. Так, нужно всех оживить пойти. Они внизу что-то там легли спать. Нашли время отдыхать. Ой, капец. Тяжко что-то, тяжко. Так, я что-то запутался. Где лестница-то? Так. Перезарядить. Они тут где-то спят. А нет, вот наверху же. Или внизу все-таки. А, кто-то помер. Я пока его искал. Я что, один остался? А, ёлы-палы, страшно. Нет, мы пока еще не одни. Пока народ еще есть у нас. О, можно посмотреть статистику свою. Мамочки, где я? 65. Ну, я не на первом месте, но и не на последнем. Так, сюда нельзя, короче. Вау-вау-вау-вау, пошли опять. Отстаньте от моего друга. Оживляем его. Оживляй быстро, я буду... Тут стараться отбиваться. Мама, все, хана. Жесть какая-то, жесть вообще. А, патронов нет, еще жесть. Зато 4000 жизней. Капец, их тут сколько. Уай, жесть, скач какой-то. У меня просто нет слов. Какой-то живучий, что ли, попался ты. Бронебойный. Капец, сколько мы тут уже перебили. 10-я волна. А, товарища убили. Давай. Нужно его спасти обязательно. Спасай, я буду прикрывать. Сзади прикрываю. Ва, я не смогу вас прикрыть, там куча народу. Все, хана. Меня сейчас тоже съели. Ва, жесткач, это просто жесткач. Давайте, ребята, отбивайтесь. А, все, нас всех сожрали, да? Так, я могу здесь еще кого-нибудь пристрелить? Все, у меня патронов нету, дробовика нету, ничего нету. Нет, что-то еще пару раз пукнуть могу. И что, мы все лежим? Давайте, надо воскреситься маленечко хотя бы. Все, у меня жизни нет, надо доползти до туда, где продаются патроны. Вот что-нибудь... О, нас сейчас будет всех воскрешать. Давай, товарищ, давай. Ега. Давай, товарищ, ты мой подписчик, я знаю, ты хорошенький. Ну. О, о, спасибо, дружбан, спасибо, ты меня спас. Так, следующего, давай. Давай. Так, и нам надо срочно пойти купить патронов. Так, где автомат? Быстро покупаем автомат. Все, ставим автомат, все, нормально? Кто еще у нас выживший? Капец, я думал, нам уже хана, мы выжили в самом конце, обалдеть. Фу, это было просто жесть.
Десятая волна, это какая-то жесть. Я что-то думал, это быстрая волну, катку меня сожрут, а мы что-то долго держимся. Ох, уже напряжение растет. И умирать-то чем дальше, тем больше умирать-то не хочется. Хочется жить и жить и жить. Так, а что-нибудь можно еще купить, а? У меня 3600, я хотел к этому автомату там сбегать, что-нибудь купить. Во, вот этот автомат есть, я не знаю, что он дает. Давайте купим 2500. А, понятно, я какое-то ускорение выпил. Надо было попозже, наверное, это взять. И зачем я сейчас? Ой, мамочки, еще кого-то надо воскресить. Опять собаки кого-то сожрали. Как я ненавижу этих собак. Опять девочку нашу скушали. Я выпил супер напиток какой-то. Сейчас стал супер сильным, наверное. Так, 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 воскрешаемся. Быстренько, 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 быстренько. Главное не тупить. Все, готово. Побежали. О, собак сколько. Жесть. Злой собакин за яйцем клацан клацан. Надо тоже закрыться. Прикрывайте меня, я заколачиваюсь. Все, готово. Капец, эти собаки злые такие. Их, наверное, не кормили 2 недели. А может и 2 года. Опять они кушают нашу девочку. Девочку нельзя кушать. Девочек обижать нельзя. Так, 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 аккуратненько. Все, собака взорвалась. Фу, капец, 11-я волна. Что-то жесть какая-то. Что-то жесть какая-то. И серия затянулась-то у нас. Я думал, это начало только будет. Фу. О, опять красавцы идут. Так, сюда. Еще сюда. Один залез, да? И двое, по-моему, уже залезли. Так-то оттуда идут. С этой стороны держите, ребята, их там. А что вы встали-то? Что он по них грустит, что ли? Его сейчас сожрут, если будут грустить так. Так-так-так-так-так, собрались. Короче, все, нам, походу, дело-то последняя волна уже. Кого мы сможем продержаться? Так-так-так-так-так-так-так. Боже, скач какой. Ребята, я постараюсь вас спасти, конечно. Как вас спасти? Как бы пробиться? Тя, тя, отстаньте от моих друзей. Отстаньте, противные. Так, 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 быстро, быстро, быстро спасаем. Давай, 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 моя хорошая. Давай, моя хорошая. Нет, 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 нет. Добивайтесь. Все, капец, я спасал. Так, 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 я еще могу. Я парочку вас с собой заберу в ад. Умрите. Умрите, зомбаки, давай. Давай, давай, давай. Ой, все, капец, меня все загрызли кардинально. Я убил 106 зомбаков, обалдеть, я на первом месте. Хедшотов сделал 48. Оживил троих, помер почти 2 раза. И накопил 4500 денег. Вау, жесткая была катка. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте Лукаса. Увидимся в следующих видосах. Всем пока-пока.